В следующем году с 1 января будут изменения в предоставлении этого пособия. Пособие уже будет предоставляться не до 1,5 лет, а до 3 лет. То есть все, кто получает это пособие, начиная с 2018 года, будут его получать на своего ребенка до 3 лет. То есть необходимо будет обратиться, подтвердить свое право, и они смогут получать это пособие далее. Также изменяется требование, если сейчас это 1,5 прожиточных минимума, то с 1 января следующего года будет 2 прожиточных минимума, и эта сумма будет 22 220 рублей. То есть, если на человека меньше этой суммы, значит, пособие вам положено. Мы ждем вас в органах соцзащиты для назначения пособия. Пособие назначается с даты обращения, поэтому не тяните. Как только ребенку исполнилось 1,5 года, пожалуйста, мы вас ждем. С 1 января приходите к нам, чтобы не потерять это пособие.